О несчастье украинского народа, который думает, что до него есть дело кому-нибудь среди москвичей или русских, или даже россиян. Понимаете, есть ли дело этому человеку до победы Джамалы? Я уверен, что нету. Иначе бы он не ехал с коляской, а в слезах оплакивал проигрыш нашего гомосека, который выступил лучше всех, конечно. Печально, печальная и унылая судьба последователей украинской независимости. И эта погодность, это спокойствие, которое здесь от всего веет, от всего вообще. Если вам, я не смог бы передать это ощущение сейчас, потому что здесь настолько спокойно и, ну, скажем так, отвлеченно от всего, что у меня просто нет других слов, кроме того, чтобы сказать, ну, что это всего лишь одна из тысяч прогулок. Причем москвичи этого не ценят совершенно. Я как житель песчаного песка, песчаного пыльного мешка Волгограда, не могу понять, как москвичи оценивают свой город как за испорченный Собяниным или там кем-то еще. Это прекрасный город, и такого города, может быть, с ним может сравниться Питер, да.